Ладно, это все грустный анекдот. Сейчас веселый расскажу. Значит, как вы любите? Ну, следующие два анекдота, они оба про жидов, но тем не менее. Вот звонит, значит, Нетаньяху в Кремле. Ну, а сами знаете, ситуация какая. Патрушев дает трубку, Патрушев берет трубку, значит. Нетаньяху, вот, блин, то да сё, что за у вас хренота, мы ж договорились, а у вас тут еврейские погромы, блин, в Махачкале там то сё. Как так? Мы ж с Вовой договорились, типа. Патрушев, ты типа можешь его позвать? Патрушев, да понимаешь, говорит, Беня, блин, он это, отошел в холодильник. Ну так пошли кого-нибудь с охраной, пусть позовут. Да, говорит, не могу, а почему? Да, не охраняют, чтобы не вылез.